Всем привет, благополучия и здравия. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие каналы бывают на YouTube, потому что многие ребята вообще не знают. И сейчас мы вам об этом расскажем. Видео сначала вам это нравится, там музыка, какие-то картинки, потом вы начнете говорить и в эфир, и а толку никакого не будет. Абсолютно все. Теперь, как обычно, что тут есть? О фирме, там, что она делает, какие у нее цены, там, так далее и тому подобное. Там, допустим, смотрите, раз, видите, я увеличиваю. Кручу колесик, у меня увеличивается, чтобы найти, где эта фирма находится. И даже это и к лучшему, что они сейчас начнут заниматься своими каналами, поскольку у них, они очень быстро, так вот, последний год, как я вижу, они поднялись до уровня такого телевидения, у них там очень классные ролики стали, очень мощные каналы такие, ну... Ну, например, я не смогу такой ролик поставить там на какой-нибудь форум по автодиагностике. То есть можно сделать, разукрасить этот привет, там что угодно можно сделать, а можно сделать, как бы размыть нашу коровку. Интервью там взять какой-то у специалистов или мастеров, и все это собрать и получить нормальный один раз хоть деньги, я вам, ребята, говорю. У вас получается такая картинка, что справа специально под ваше видео топовые видео стоят с обалденным количеством просмотров, и когда на ваше видео попадают, есть такое желание убежать направо. Еще раз приветствуем вас, и как вы поняли, у нас на канале появился курс для начинающего видеоблогера. Ну, может, даже там есть такие материалы, которые будут полезны уже среднему видеоблогеру, а может, даже и топовому. Наконец-то YouTube нам ответил, что он от нас хочет, и мы получили письмо, как всегда, где он описывает, что YouTube меняет социальный статус. Давайте перейдем по ссылочке и посмотрим, что же нам говорит YouTube. А YouTube нам снял целый видеоролик. 24 января 2018 года более 100 авторов, политиков и журналистов встретились на саммите YouTube Creators for Change Summit, чтобы обменяться вдохновляющими историями и укрепить взаимоотношения для дальнейшей плодотворной работы. Ну, давайте посмотрим. Я звук уберу, включил субтитры. Ссылочка будет под видео, как всегда, и вы сможете все прекрасно сами увидеть, так сказать, от первого лица, потому что партнерки нам несут какую-то полную чушь, и как из сообщений YouTube видно, что они, допустим, хотят, чтобы во многих странах, где неравноправие между мужчиной и женщиной, чтобы женщины добивались своего, потому что YouTube – это контора, которая борется со злом и побеждает. Наши партнерки, они немножко это перефразировали, и некоторые из них кинули лозунг «девчонки вперед», то есть типа «вы, ребятки, девочки, давайте-ка завязывайте с куклами и начинайте идти бригадами в шахты, добывать уголь, сланец, нефть, и это будет круто, и мы заработаем еще больше бабла». У кого о чем голова болит, то о том и говорит. Ну и естественно, как вы знаете уже, что полетела куча каналов, куча медиасетей раздутых, превратилась опять в маленькие медиасети, поскольку они не занимались своими партнерами, и YouTube их всех под откос. И теперь вы можете свободно заниматься сам собой, вам не нужны никакие партнерки, вы будете, во-первых, получать на 30% больше, и также вы будете пользоваться системой AdWords, и сами себя рекламировать и развивать канал. И социальная тема, она такая, что больше добра, больше сопереживаний и больше любви.